Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео очень важный вопрос. Самые опасные вирусы для компьютера в 2019 году. Итак, с каждым годом хакер умудряется создавать все новые и новые, а также совершенствовать старые вирусные программы. 2019 год не стал исключением, и без вирусных атак не обошлось. Итак, в этом видео, чего стоит бояться в 2019 году? Самые опасные вирусы. Итак, первое. Трояны, крадущие пароли. О данной атаке стало известно благодаря лаборатории Касперского. В своем сообщении они указали, что лишь за первые полгода от троянских атак пострадали более 100 тысяч пользователей на территории Российской Федерации. Данные трояны направлены на кражу данных пользователей из их браузеров. Они могут получать такую информацию, как логины и пароли от различных аккаунтов, данные платежных карточек и прочие данные, содержащие информацию о автозаполнении полей. Некоторые из троянов способны воровать данные cookies, а в них находится информация, внесенная браузером для более комфортной работы. А такой информации часто становятся логины и пароли пользователей от различных ресурсов. Другие вирусы и вовсе приспособлены воровать файлы, расположенные на носителях. Важный совет от нашего канала. Дабы не стать жертвой подобных вирусов, лаборатория Касперского рекомендует придумывать более сложные пароли, содержащие более 8 знаков, среди которых буквы верхнего и нижнего регистров, цифры и специальные символы. Полезнейшая вещь, ребятки. Двигаемся дальше. Неуничтожаемый слингшот. Главной целью данной вирусной программы являются интернет-роутеры. Вирус способен быстро распространяться на несколько устройств. Он умеет заменять библиотеку собственной копией, содержащей зараженные файлы. А так они проникают в устройство, а после запуска атакуют компьютер. Важное замечание. Вирус делится на две части. Первая, при помощи воздействия на код ядра, получает доступ ко всей компьютерной памяти. Вторая половина нацелена на управление файлами пользователей и следит за тем, чтобы вирус постоянно находился на устройстве. Специалисты называют данный вирус совершенным. По их словам, вирус не только может с легкостью красть трафик и так далее, скриншоты и прочую цифровую информацию, но и обеспечивает полную защиту, следя за собственной сохранностью своих файлов на компьютере. Важное замечание от нашего канала. Аналитики утверждают, что вряд ли данная вирусная программа является делом рук мошенников. Скорее всего, она была создана товарищами из интересных организаций. По данным специалистам, создатели вируса являются носителями английского языка. Так что оттуда где-то что-то пахнет. Ну и последнее. Дежавю. При попадании на компьютерное устройство вирусная программа зашифровывает всевозможные документы, а далее требует выкуп у пользователя за их дешифровку. Специалисты утверждают, что для самостоятельного расшифровки документов способа пока что не найдено. Важное замечание от нашего канала. Распространяется вирусная программа обыкновенным способом. Пользователь сам загружает вредоносный файл. Чаще всего такие вирусы идут в комплекте с различными таблетками, кряками, блокировщиками реклам в браузере и так далее. После запуска подобного приложения на экране пользователя высвечивается уведомление об установке какого-то обновления операционной системы, естественно, являющейся фейковым. И именно в это время и происходит зашифровка документов на вашем устройстве. После чего в каждой папке с зашифрованными файлами появляется текстовый документ, содержащий информацию о работе вируса. Злоумышленники предлагают своим жертвам заплатить им денег за дешифровку файлов, а также угрожают, что в противном случае все документы будут удалены с устройства. В текстовом документе указаны электронные адреса злоумышленников, с помощью которых можно с ними связаться. А хакеры обещают скидку 50% от выкупа, если жертва отправит средства в течение первых суток после заражения устройства. Вирус блокирует пользователю доступ к сайтам и антивирусам, дабы те не смогли обратиться за помощью или удалить вредоносное программное обеспечение. В конце видео скажу следующее. Будьте осторожны.
Делайте хорошие пароли. Пароли записывайте обязательно где-то на бумажном, в бумажном варианте, где-то в блокнотике. Вот. Используйте качественные большие пароли, более 8 знаков, со всякими знаками препинания и так далее. Меньше всего ласти по непонятным сайтам. Непонятные файлы, смотрите, не закачивайте. А то, например, какой-то драйвер надо найти. Интернет там предлагает кучу этих драйверов, но 90% этих ссылок – это вредоносные файлы. А это точно. Так что будьте бдительны и берегите ваш компьютер. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер – сайт mobcompany.info. Сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. С нами будет интересно.